Всем привет! В этом видео я расскажу, как узнать количество срабатываний затвора на камере Fujifilm. Знание о количестве сделанных снимков на камере – очень важный показатель, так как он напрямую служит индикатором оставшегося срока службы затвора вашей камеры. Скажу сразу, что данный способ подойдет для камер Fujifilm, выпущенных с 2014 года. Полный список камер вы сейчас видите на своем экране, а также он продублирован в описании под видео. Чтобы узнать количество срабатываний затвора, переходим на этот сайт, ссылка будет в описании, и загружаем не отредактированное изображение. В моем случае это внутрикамерный JPEG. Стоит учесть, что в EXIF записываются данные как с механического затвора, так и с электронного, что в свою очередь затрудняет оценку оставшегося срока службы затвора, так как механический затвор подвержен износу, а электронный нет. То же относится и к брекетингу с имитацией пленки, когда на одно срабатывание затвора приходится сразу три фотографии. Все они будут записаны в счетчик кадров. В отличие от других производителей, Fujifilm не дает никаких данных о сроке службы своих затворов. Тем не менее, большинство камер Fujifilm рассчитаны не менее чем на 100 тысяч срабатываний, а профессиональная линейка как минимум в 200 тысяч срабатываний. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, это видео было полезным для вас. Буду благодарен, если вы оцените его лайком и подпишитесь на канал. Впереди еще много интересного.